Результатом курса Керенского, направленного на уничтожение большевистской оппозиции и строительство диктатуры, стало усиление в обществе контрреволюционных настроений. 30 июля 1917 года делегаты заседания представителей районных советов в Петрограде обратили внимание на то, что в городе участились случаи нападений на здания большевиков и меньшевиков. Кроме того, вследствие неконтролируемой черносотенной пропаганды почти на всех улицах столицы звучали антисемитские речи. В связи с этим исполкомом Петросовета была отправлена резолюция. Министрам предлагали усилить меры по борьбе с правой контрреволюцией и не дать сторонникам старого строя усилиться настолько, чтобы стать по-настоящему опасными для власти. Правительство же будто не замечало угрозы справа. 30 июля уже был решен вопрос о назначении новым главнокомандующим врага республики Корнилова. Тому было мало власти над войсками. Он послал Керенскому телеграмму, что вступит в должность только если правительство не станет вмешиваться в оперативные дела армии и пытаться влиять на назначение командного состава. Между премьер-министром и будущим главнокомандующим возник конфликт. До Октябрьской революции оставалось 100 дней.